Привет всем любителям кросс-кантри! Сегодня получил комментарий на последнее видео. Ну, я тоже живу в Сибае. И упоминалась улица Степная. Я посмотрел, где это на карте. И там ведь рядом есть коридор, через который давненько я не проходил. И на этом велике я там не смогу даже проехать. Надо попробовать. С этого видео я буду, наверное, начинать серию показов разных трейлов нашего городка. Трейлами я буду называть любые тропы на одно колесо шириной, по которым будет весело проехаться на велике. Оказывается, оценивать и показывать координаты. Сколько лет живу в Сибае, а так в этом районе и не ориентируюсь, что где находится. Так что сейчас я этот туннель найду, но что я еще хотел, еще один узкий проход, его я, наверное, не найду уже. Тупик. На самом деле нет. Так. Ну что, могу я проехать? Или все? Нет. На этом велике с таким рулем я не могу. Обычно тут ловят собаки. О, надо фоточку сделать. Здесь проехать возможно. Сейчас.
Дежавю. Ну что, дорогой подписчик, если тебе нравится, ставь лайк, подписывайся. И я покажу еще интересные тропы. Классически надо финишировать на площади.